Господа, в гостях у театра поэтов «Послушайте», в рок-кафе по вторникам. У нас традиция, иногда мы часто зовем музыкальные хорошие коллективы. Сейчас вот группа 10 тысяч микрофонов, Игорь Клегоднев. Но он сам о себе все расскажет. Немножко с нами разговаривает, хорошо? А не просто исполнять. Игорь Клегоднев! 10 тысяч микрофонов! Спасибо, спасибо, молодец. Я не знаю, что можно сказать дополнительно к тому, что уже сказано. Мы, музыканты, больше играем, нежели, скажем так, говорим. Вот. Но иногда тоже стихи сочиняем. Иногда бывает же... А если бы сочиняли плохо, нас бы сюда не позвали. Игорь, ну, бывают же песни, легенды какие-то. Можно пару слов сказать, а потом песню спеть. Чтобы не тупой концерт. Хорошо. Скажем так, для того, чтобы концерт не был слишком тупым, я прочитаю короткое четверостишье, вот, и посвящу его, пожалуй, всем ребятам, которые выступали в первом отделении со своими стихотворениями. Я столько белых перьев источил, пытаясь описать полета прелесть, что мог бы сделать пару белых крыл и в небо улететь не конетелись. Спасибо. 10 тысяч микрофонов поют для вас. Первая песня называется «Одной из птиц». Сможет любой, поверьте. Любой, кто верит в любовь свою превыше всего. Я знаком лишь с одной из тех, для которых преграды блеф. Все играют тушь, но она лишь молчит в ответ. Зато когда она захочет спеть, вы сломаете ваши флейты. Краше этого пения музыки нет. Спасибо. Спасибо.
Следующая песня называется «Ночь напролет». Песенка новая. Не премьера, не для всех премьера. Но большинство из вас ее, конечно, не слышали. А почему вы ее сочинили? «Ночь напролет»? Жить хочется! Нет, есть какая-то вот история? История, как и у многих из вас, ребят, одна и та же. Днем времени для того, чтобы сочинять стихи, просто нет. Его разрывают как бы на части ваши работы, ваши какие-то обязанности там, и так далее. А все, что у нас есть для поэзии, как правило, ночь. Вот. И ночью рождается, скорее всего, ну, большинство стихов, песен. Где-то там на кухоньках, в коридорчиках, на коленках. Ну, потом еще можно спросить? Можно вам вопрос? Да, не длинный. Спасибо. Ночь напролет. Ночь напролет, пустые листы, дым папирос рушит мосты, и шепотом просит у неба душа, толком не зная чего. Вроде все в кайф и вроде на лад, но стены вокруг тревожно щупают взгляд, как будто скрывают бетон и стекло, брешь за предельную даль. Человеческое лицо в этой вот плеяде. Следующая песня называется «Мосты». Бересты, листы, пустыми стали, и мосты навелись прицелом на звезду. А я отважусь, да по ним зайду, и пропаду наверняка, может быть, и нет еще. Зато увижу свысока, куда течет эта река, а мы по ней, как лодочки. Thank you.
сказка моя, от того лишь, что надежды гибнут, не за грош босиком по лужам бродит дождь, да бедаком по душам ходит ложь. Но где же крыша-то моя? Может, я и сам солгал, да оправдаться не могу, от самого себя бегу. Прости, да приласкай меня. Спасибо. 10 тысяч микрофонов стоит для вас. Короткий вопрос. Короткий вопрос. В армии служил, если да, то где, если нет, то почему? Не служил. Сколиоз. Белая ночь. Не заря, ни кострище, я же дня.
настук отзовется и просто скажет: дружище, входи, я зажгу тебе белую лампу, и сойдет эта далекая тень, а на утро ты выйдешь за рампу в самый светлый ликующий день. Веществ, то он видел 50-100 микрофонов. Однажды он не пришел вообще на концерт в клуб «Виски Гоу-Гоу». Пошли за ним в номера, он открывает двери и первое, что говорит: 10 тысяч микрофонов. Тогда ребята поняли, что с ним уже не совладать. Взяли его под белые ручки, привели на концерт. И тогда впервые был исполнен хит «The End». И тогда же началась их карьера, собственно. Вот и все. Короткий вопрос, короткий ответ. Ребят, давайте, у нас вот. Никобар здесь, где заказывают песни. Да. Следующая песня называется «Узник». Thank you.
из пепла светят звезды в окна моей тюрьмы. Бросил меня сюда мой великий страх полночной тьмы. Грустный горбаный карлик мне носит пищу, мне стелет ложе. Ворон в железной клетке поет мне песни о дикой воле. Меня уснуть. Царство весны лунных радуг звезды укажут путь. Прочь ветер, будет ночь, светит мне костер из моих волос. Сны снятся, давят грудь, пальцы ищут струн.
сейчас прямо. Ребята, есть у кого-то, вы можете что-то сказать по поводу Игоря Крек от него, группы 10 тысяч микрофонов? А у тебя есть впечатление? Потрясающе. Ну здорово, потрясающе. Подождите, а кто сам говорит? Что? Ну здорово, все здорово. Нравится, да? Мне прям на душу. Что? Первая тема. Мне прям на душу легло. Арчику на душу легло. Хорошо. Еще есть какие-то? Что? Баллады. Впечатление баллады. Хотите сказать? Пожалуйста. Отдельный респект, кстати, за ДОС. А, идите сюда. Я первый день сегодня, первый раз здесь вообще. Ага. Сюда пришел. И вот разную музыку слушаю, ну как бы склоняюсь, в принципе, к русскому року, но вот пришел и аж душа плачет. Нравится? Нравится. Вот. Ну, что, нравится. Спасибо огромное. Я вас не знаю. Как вас... Меня не призовут. Ну я а вас как зовут? Павел. Павел, спасибо. Вот такое мнение. Спасибо большое. Вот такое. Правда, в таком раме заложено. Играли бы плохо, сейчас бы сюда вышли. Спасибо. 10 тысяч микрофонов! 10 тысяч! Следующая композиция. «Свято место». Прошу микрофон. А еще вот просьба небольшая, вот эту гитару чуть-чуть, или в монитор, или как, ну, чтобы мне ее было чуть более слышно. Надо сделать, да, попробуй? Юру, пожалуйста, вот чуть-чуть поворот. Хорошо, спасибо. Свято место. Премьера песни. И Бог с ней, ох, начудачат, вечеру душа, а утру ша. Там были, али не были, все одно тоска, что березка, все ветви в небо, корни-то в земле и поселе. Ночной бред. А кто тебе скажет, правда ли с тобой, а ли вдруг ложь, как карта ляжет, так тому и быть, нечем срам крыть. Что ж ходишь-то не насною то тропой? Что ж водишь душу ясную на пропой? Все на тебе не это, как все не так. Лезь, дура, лезь, забудь, дорогнейшая. Thank you.
Она играет целые цитаты. Но слышится некое паломничество в какую-то Скандинавию, некоторые мелодические напевы. Так ли это? И как точнее звучит жанр? Я недавно путешествовал по Финляндии. Я был один день в Хельсинки. Вот чувствуются скандинавские какие-то мелодические. И вот именно вот эти мелодические. Как бы вы назвали жанр своего творчества? Музыка мира. Я не разделяю это все на какие-то определенные там народные направленности и так далее. Мне нравится музыка всего мира. Я могу назвать. Я могу назвать. Спасибо. Как вас зовут? Александр. Господа, вот на ваших глазах родился новый жанр. Он называется Игорь Крекотнев и 10 тысяч микрофонов! Спасибо большое. Но я бы два этих тезиса все-таки поменял местами. Потому что без этих 10 тысяч прекрасных микрофонов Игорь Клепикнев ничто. А кто музыку у вас сочиняет? Все? Ну как? Совместно? Да? Я приношу идеи, ну, как бы, тексты, но... А стихи твои? Окончательно... Да, стихи мои, к сожалению. Но мы представим всех потом. Безусловно. Итак, кто-то другой. Кто-то другой, кто-то тем раньше был.
Спасибо. Есть лишь микрофон, все играют для вас. Всего доброго. А, есть маленький вопрос. Я больше аккордов не знаю. Да, должна быть песня на бис, там хит. Так это она и была. Нет. Просто песни попросили. Нет, ну, зал сидит, хочет слушать. На бис, вот. У вас наверняка есть какой-то хит, который, так сказать, ударный, вот, уже проверенный. Да? Так только что проверяли. Нет, вроде все как и... Идеально. Ребят, ну... Зафиксируем достигнутое ночью. Хорошо, тут пока наш басист отдышится, я вам раскрою небольшую тайну. Для вас сегодня играет Надя Михневич, скрипка. Надя Михневич. Да. Надежда Михневич! Скрипка! Ура! Скрипка! Вадим Соломахин, бас-гитар. Вадим Соломахин. Вадим Соломахин! Юрий Московских. Юрий Московских! И Игорь Клепутнев! Спасибо. И Владимир Антипенко. Руководитель театра поэтов. Послушайте. Точно правильно. Пустые листы, дым папирос, рушит мосты, и шепотом просит у неба душа, толком не зная чего. Вроде все в кайф, и вроде на лад, но стены вокруг тревожно щупают взгляд, как будто скрывают бетон и стекло, брешь за предельную. Лучше кого-то.
ближайшие концерты, которые я знаю точно, это 28 апреля, это запланировано уже давно. А то, что будет еще до того, а где это в Байконуре, клуб Байконур. Там будет большой сольный концерт наш. А если что-то будет до этого, мы всегда отписываем в нашей группе ВКонтакте. Вы можете туда вступить и узнавать наши... А группа называется? 10 тысяч микрофонов. Набирайте в поисковике в этом ВКонтакте. Поиск по группам. 10 тысяч. Вступайте и пишите новости. Лучше прямо в группу, например. Вот. Ну, во всяком случае, кто хочет найтись, то есть найдется обязательно. Все. Спасибо. Ну, снимай. Господа, сейчас у нас 10 минут перерыв, и микрофон свободен. Он один, 10 еще, он один. Выходи, представляй из себя что-то. Если будешь интересен, позовем в первое отделение. Перерыв.